восток. Солдат, действуй. Враг ликвидирован! Открываю огонь по цели! Солдат, направление 50 метров. Прием. Прием.
Замечен противник. Солдат, восток, 100 метров. Прием. Девятый, цель. Прием. Третий, 13, цель. Солдат, 10. 11, 7. Открывай огонь по цели! Солдат, 10. Докладываю, южная часть села освобождена. Девятый, цель, солдат. Возможно, зачистили. Повторяю, возможно, зачистили. От дуба так и так. Операция прошла успешно. Всем остаться в Гвозно до прихода подкрепления. Восьмой, цель, солдат, действуй. Понял, займусь им. Серег, а ну давай глянем, что у нас тут есть. Чебурашка, ты чё, мародёрствовать собрался? Сейчас сержант увидит, понадаёт наряды. Не бзди. Хм, да тут и ничего и нет. Воевали как Рэмбо, а тут, блин, и похавать даже нечего. Чебышев, Серов, командир вызывает к себе. Понял. Чебурашка, блин. Группа, движение на юг. Все, садись. Понял. Леса Медведев. Объект обнаружили. Отлично, леса. Отходите на безопасную территорию. Операция «Гром» скоро начнется. Прикрываю огнем! Уже выдвигаюсь! Выдвигайся! Выдвигайся! Иди, я прикрою! Хорошо! Пошли! Прикрой меня! Двигайся! Хорошо! Пошли! Выдвигаемся! Хорошо! Пошли! Уже выдвигаюсь! Выдвигаемся! Вперед! Уже выдвигаюсь! Прикрываю! Иди! Выдвигайся! Выдвигайся!
Выдвигаемся! Уже выдвигаюсь! Хорошо! Пошли! Закрываю! Иди! Мы... Противник! Два! Атакуй того стрелка! Три! Атакуй того стрелка! Впереди! Минус один! Иди, я прикрою! Хорошо! Пошли! Выдвигайся! Уже выдвигаюсь! Выдвигайся! Выдвигайся! Прикрываюсь! Иди! Закрой меня! Закрываю огнем! Атакуй того стрелка! Восток! Шесть! Стреляй в того солдата! Северо-восток! Открываю огонь! Чисто. Противник! Два! Стреляй в того солдата! Северо-восток! Rifle! 75 meters front! Engage target! Два! Атакуй того стрелка! Вперед! Man! 75 meters front! Так, ребята, действуем очень осторожно. Вы самые лучшие из тех, кого я смог выбрать для данной операции. Те бойцы, что были до вас, погибли очень глупо. А почему глупо-то? Думают, что они Рэмбо, из калаша всех. Тра-та-та-та-та. Война это, блядь, не игрушки. И противник жалеть вас не будет. Либо ты его, либо он тебя. Так, что это за кислые мины? Вижу, я вас взбодрил. Да, лейтенант, вы это умеете. Перов, где ты чебурашку-то потерял? Ставить радоваться. Так вы же его не взяли на спецоперацию. А, ну да. Он, конечно, славный малый, но для серьезного боя пока не готов. Так, хорош базарить. Скоро будет жопа. Осмотрите оружие и боеприпасы. Товарищ лейтенант, а сколько вы уже здесь воюете? 3 года и дальше буду. Пока деньги платят. У меня семья, их надо на что-то содержать. А эти уебки бородатые идут на счет в качестве бонуса. Я воевал еще тогда, когда в Южном Загорье официально не было войны. В общем, все непросто. А она разве не в 2003-м началась? Нет, она тут уже веками идет. Это исторический конфликт. Тут нас не любят. А я начал свою работу еще в 99-м. Воевали мы тогда славно. Но и нам поебалу давали неплохо.
А вот когда в 2003-м ввели войска, стало совсем хуёво. Погнали желторотых пацанов, типа вашей Чебурашки, жалко его. Нападения на посты стали происходить все чаще, трупов все больше. Ну и мы всякие пакости делали, чтоб потише были. А потом этот хатуп привалил и заявил о свободе Черноруссии. Теперь у нас такая война, чтоб мать ее. Движение на восток. Добро. Шестой, восьмой. Цель — автомобиль. Машина! 200 метров! Вперед! Уже убегаю! Пятый. Цель. Солдат. Есть. Восьмой. Второй. Цель. Солдат. Седьмой. Цель. Солдат. Есть. Четвертый. Цель. Солдат. Солдат! 200 метров! Вперед! Стрелок! 200 метров! Впереди! Ясно. Четвертый. Цель. Автомобиль. Солдат! 200 метров! Вперед! Восьмой. Цель. Солдат. Второй. Цель. Солдат. Шестой. Четвертый. Цель, солдат. Солдат! 200 метров! Впереди! Шестой, четвертый. Цель, солдат. Есть. Второй. Цель, солдат. Стрелок! 200 метров! Вперед! Восьмой. Шестой. Цель, солдат. Действуй. Солдат! 200 метров! Вперед! Второй. Четвертый. Цель, солдат. Действуй. Вижу цель, солдат. Направление 200 метров. Прием. Седьмой. Цель, солдат. Действуй. Открываю огонь по цели! Солдат! 200 метров! Вперед! Пятый. Цель, солдат. Атакую цель. Третий. Цель, солдат. Есть. Солдат! 200 метров! Вперед! Пятый. Цель, солдат. Есть. Вижу цель, солдат. Направление 200 метров. Прием. Пятый. Цель, солдат. Есть. Третий. Седьмой. Цель, солдат. Есть.
Замечен противник. Солдат, юго-восток, 200 метры. Прием. Вижу цель. Солдат, направление 200 метры. Прием. Пятый. Цель. Солдат, 10. Восьмой. Цель. Солдат. Шестой. Цель. Солдат. Действуй. Солдат! 100 метров! Впереди! Пятый. Цель. Солдат. Действуй. Стрелок! 200 метров! Вперед! Понял! Займусь им! Восьмой. Пятый. Ясно? Солдат! 100 метров! Вперед! Все. Открыть огонь. Группа. Движение на юг. Четвертый. Второй. Цель. Солдат. Действуй. Стрелок! 100 метров! Вперед! Открываю огонь! Меня его гасит. Патроны кончились. Второй. Цель. Солдат. Цель поражена! Солдат! Трамп, впереди! Враг ликвидирован! Цель уничтожена! Движение на юг. Солдат. Солдат! 100 метров! Вперед! Открываю огонь по цели! Хорошо! Пошли! Прикрываю! Беги! Вперед! Прикрой меня! Шестой. Движение в направлении ПМП. Вперед! Я прикрою! Выполняю! Уже выдвигаюсь! Прикрывай огнем! Сектор чист! Патроны кончились! Готов! Солдат, действуй. Замечен противник. Солдат, юг, 100 метры. Прием. Восьмой, первый. Ясно? Прикрой меня. Враг ликвидирован! Вперед, я прикрою. Иди, я тебя прикрою. Прикрой меня. Восьмой, цель, солдат. Вижу цель, солдат. Направление 50 метров. Прием.
Медведю. Лагерь зачистил. Громова не хотел. Заряжаю. Медведь Грому. Обнаружили группу боевиков. Двигаются на юг. Берите лучших солдат и в погоне за Громовым. Остальных мы эвакуируем на вертолете. Серов, бери командование на себя. Я бегу за Громовым. Сейчас прилетит Мишка и заберет тебя. Потом нас подберете. Так точно, товарищ лейтенант. Сядь, артист! Говорит Пернатый. Видим колонну боевиков. Ждем распоряжений. Пернатый 2. Уничтожьте колонну. Понял, Медведь. Серов, вали всех. По колесам стреляй. Пернатый 2. Приказ. Не дайте боевикам добраться до электрозаводка. Мы их из него потом затруднительно выковыривать будем. Как понял? Понял, Медведь. Выполняем. Говорит Пернатый. Видим колонну боевиков. Ждем распоряжений. Пернатый 2. Уничтожьте колонну. Понял, Медведь. Серов, вали всех. По колесам стреляй. Пернатый 2. Приказ. Не дайте боевикам добраться до электрозаводка. Мы их из него потом затруднительно выковыривать будем. Как понял? Понял, Медведь. Выполняем. Пешком, высажу около дороги. Удачи, я буду сверху докладывать о передвижениях боевиков. Замечен противник. Грузовик. Северо-запад. 500 метров. Прием.
Вижу цель. Автомобили. И солдаты. Направление 200 метров. Прием. Метры. Прием. Вернись в строй. Вас понял. Какая ваша позиция? Вижу цель, солдат. Направление 500 метров. Прием. Говорит Клин-2. Колонну обезвредили. Пехоту подмели. Ждем дальнейших указаний. Клин-2, у нас экстренная ситуация. Боевики смогли проникнуть в электрозавод. Необходимо уничтожить их, пока они не перестреляли гражданских. Группа Клин-1 уже на подходе. Встретитесь с ними в северной части города. Какая ваша позиция? Все. Движение на позиции. 1, 0, 0, 0, 2, 6. Все ясно. Вернись в строй. Понял вас. Доложить позицию. Противник, солдат, двигайся вперед! Говорит Клин-1. Клин-2 встретили, ждем приказа. Клин-1, в городе боевиков больше, чем вы ожидали. Ваших сил не хватит. Мобилизируются все силы, что у нас есть. Ждите подкрепления. Ёбана, Серов, ну какого хуя? Как ты все проебал? Ты ж, блядь, на вертушке был, долбоёб. Тех, кто был в колонне, всех убили. Лейтенант, а что с Громовым?
Мы его у скал зажали. Сказал, что у нас будет сюрприз, и застрелился. Блять, не люблю сюрпризы. Всем проверить оружие и боеприпасы. Ждем топазы и в бой. Клин, мы на месте. Выходите из зеленки, дорога чиста. Вас понял, Топаз. Выдвигаемся. Отряд, за мной. Голову сильно не поднимайте. Духи могут быть повсюду. Группа, движение на юго-восток.